Конфликт между двумя жилыми комплексами из-за дороги. Жильцы скандально известного недостроя «Адмирал» бетонными блоками перекрыли новый проезд с проспекта Небесной Сотни к жилмассиву «Радужный». Люди утверждают, что дорога незаконна, так как лежит на их участке. В ситуации разбирался наш корреспондент Назар Бурхан. Ему слово. Обманутые инвесторы скандально известного недостроя «Адмирал» уже который раз пытаются обратить на себя внимание городских властей. В ночь с пятницы на субботу люди перекрыли новую дорогу, ведущую от проспекта Небесной Сотни к жилмассиву «Радужный». Они считают, что дорожное полотно проходит по их территории. Сейчас у нас поменялся руководитель санации. То есть вот этот участок, 1,5 гектара земли, как бы принадлежит нам, пайщикам. То есть вот этот вот кусок дороги – это частная собственность. Сегодня мы получили ответ из Таировской селищной рады о том, что этой дороги, в общем-то, не существует. Из-за акции протеста образовалась пробка. А недовольные этим жители соседнего жилкомплекса «Радужный» пришли к митингующим, чтобы выяснить, в чем проблема. Понимания не нашли. Между соседями начался конфликт. Чтобы уладить ситуацию, на место прибыли два экипажа патрульной полиции. Митингующие предъявили им документы о том, что на генплане дорога не указана. Проблема не решилась. Я вам еще раз показываю документы. Вот участок. Рита, Костя, подержи. Вот участок. Вот это наш участок. Он ровно 1,5 гектара земли. Я здесь не вижу. Прекрасно, прекрасно. Границы участка я здесь не вижу. Недовольство жителей росло. К митингующим приехал депутат Таировского сельсовета Дмитрий Кривой, который по совместительству является главным инвестором «Радужного». Но на вопросы митингующих о том, откуда взялась новая дорога, он не ответил. Вы как депутат, как директор «Руником Инвеста» пришли разобраться. В конечном итоге депутат назначил митингующим встречу в понедельник, но люди ему не доверяют. Мы были у него 1,5 месяца назад, и я ему принесла запрос предоставить нам документы, на каком основании через наш участок проходит дорога с Радужного. Кривой Дмитрий посмотрел, почитал, взял у меня с рук документ, почитал. Он мне его швырнул в лицо и сказал: по почте. Тем временем недовольные жители вызвали трактор, чтобы убрать дорожное препятствие. Но не дождавшись его, собственноручно убрали блоки. Мы, конечно, искренне понимаем людей с Радужного, понимаем их сегодняшнюю реакцию, но у нас просто не было другого выбора для того, чтобы вообще обратили на нас внимание. Люди заявили свои требования, дальше будут решать уже в законном порядке через суд с застройщиком все вопросы. За дальнейшим развитием событий будет следить Назар Бурхан, Виталий Кононов, 7 канал.